Вы знаете, я решила прийти сюда не просто. Есть здесь такое, вот прямо в центре города, я вам покажу. Нет, вот поверну камеру. Посмотрите. Вот где я нахожусь, тут есть вот такой вот огромный телевизор. И вот здесь показывают вообще, как выглядит этот город. И вообще можно огромное, большое впечатление получить про этот город, про эту страну. А вот как они живут, как они работают, как вообще, что у них происходит. А, это Шанхай. CCTV. А вот, когда начнут показывать Гуанчжоу, я вам обязательно поверну камеру и вот и обязательно вам покажу. А вот, пока еще Шанхай показывают там, поэтому это неинтересно. Я хочу показать вам город, где я живу, где я проживаю. Вот. Все. Наконец-то все вижу. Это потому, что вы, значит, у вас просто, вам надо было просто перезагрузить свой телефон. Вот, поэтому... Видите? Теперь хорошо, что вы видите. Помахали. А, ну это я случайно. Когда я вот так листаю пальчиком, я случайно задеваю всегда. Вот. Привет всем, привет, всем привет. Добрый день, Марина Тристановна. О, Людмила Манко, привет. Давно вас не было. Но сегодня я очень долго была в эфире, но, к сожалению, моему эфир не сохранилось. Долго болтала, рассуждала. А получилось так, что эфир слетел у меня. Не смогла сохранить его. А вот... А где ваш любимый? Так. О, мне кажется, сейчас будут показывать Гуанчжоу по телевизору. Я его поверну и буду вам объяснять, показывать и рассказывать, если, конечно, недолго это будет длиться. И вот не надо будет ездить специально на все достопримечательности, вот все можно за раз вот здесь вот увидеть, что тут происходит, где это находится и вообще все. Марина Тристановна, какой авиакомпания билеты покупает из Москвы? Я только Аэрофлотом летаю, потому что у меня бонус, и у меня копятся мили. А вот, поэтому я летаю только Аэрофлотом. Аэрофлот. Аэрофлот. Да. Так, вас интересует... вас интересно смотреть, вы классные. Спасибо вам большое. Где вы мне... Так, благодарю. Анна Анюта, за что, моя хорошая? Вот. Прекрасно выглядите, спасибо вам огромное. Где вы сейчас? Вот в данный момент я нахожусь в Гуанчжоу. Город Гуанчжоу. Марина, это бы было вчера в эфире у Оли Пана. Не могу понять, о чем вы. Очки бомба. Спасибо. Спасибо вам. А, вот. Марина, это... А, что? Это бы было вчера... А, это ты была? А, это я была вчера в эфире? Нет, меня не было.
Нет, нет, я на них не подписана. У меня, я не знаю, кто это было. Есть кто-то, который в конце что-то поменял, вот букву какую-то, и поставили мою фотографию. А вот, и там всякую ерунду пишут. Это не я. Я так не опущусь никогда в жизни, чтобы вот так вот глупостью какими-то заниматься. Боже упаси. Мне на это времени даже нет. И слава Богу. И слава Богу, что на это у меня времени нет. Вот. Наверное, было бы, если бы дел не было никаких. Я не знаю, даже в России, даже дома я очень занята. Если я дома, то я ребенком занимаюсь. Если я не дома, то я занимаюсь там, работой. Так что... А где та-та-та-та? В Москве. Так, волос, лечение. Не понимаю, о чем вы. Отлично. Марина, что за город в Китае? Шэньчжэнь. Внучку отправляют от универа. Ой, шикарный город. Ой, Галя, шикарный город. Это недалеко от меня. А вот я часто езжу в этот город. Это на границе Гонконга. Я бы сказала, что, я не знаю, вот если бы... Вот один из лучших городов. Вот Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Это вот лучшие города. Вообще здесь везде очень круто, конечно. Но вот эти четыре города, они мои любимые. А Шэньчжэнь особенно, потому что там абсолютно другой менталитет. Они очень похожи по менталитету на гонконговцев. Потому что вообще считается, что Гонконг, Шэньчжэнь – это братья-близнецы. Они всегда так говорят. Вот, так что она едет в прекраснейший город, где все говорят на английском. Там прям вот там цивильно, круто, 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 круто. Очень круто. Который час у вас? Ну, у меня около 9 примерно. Красиво вокруг и тепло. Да, красиво и тепло, да. Мариночка, сохраните эфир, пожалуйста. Ну, и вот сегодня я такой классный эфир не смогла сохранить, прям вот, к сожалению, она у меня, видимо, мне там же показывает то, что уже заканчивается, там секунды уже, а я не заметила, и все, и она у меня слетела. Ой, Мариночка, да, я уж поняла. Там тепло, да, ну здесь 24 градуса, но все равно как-то вот вечером прохладненько. Я вот курточку одела сегодня, чтобы, ну, комфортно себя чувствовать. Погуляю по городу. Ваша подруга, красотка Коко, часто сидит в эфирах африкантовой. Вы поругались? Нет, нет, конечно, мы не ругались. Я к ней очень хорошо отношусь. Просто не смогла с ней встретиться, когда в Москву приехала. Ну, к ней я очень хорошо отношусь. Очень. Мы не подруги, но как подписчица, она мне импонирует, она мне нравится. Значит, у вас есть фейк. Ну, это не мой фейк, не мной созданный. Я не знаю, кто так балуется и у кого на это есть время. Но это просто поразительно, конечно, когда вот... Поразительно. Да, есть фейк у тебя. Ну, я поняла. Но это давно, уже давно мне уже писали, что... И как-то мне прислали, и я думаю, господи, это я, что ли? Думаю, как это может быть? А потом заметила, что в конце буквы ну, как бы, как-то что-то в конце там сделано, так? Но очень тяжело это заметить. Вот так. Сейчас я прикреплю, как называется сайт, где продают. Сейчас я прикреплю. А вот. Я веду блоги о красоте, о моде и о последних трендах этого сезона. Так что посмотрите. Так. Red Party. Все, вот.
Лео Борзел, что такую фотку дурацкую твою выставил. Да, Господи, пускай что хочет, то и делает. Ну, вот считаю человека абсолютно больным, и даже знаю, кто это. А вот. И стоит только пожалеть таких людей, которые вот так вот начинают, вот выбирают себе жертву, вот, в свое время Африкантова вот так вот, и начинают долбить по нему, просто тратят свое время на такую ерунду вообще. Ну, понимаю, что кто-то реагирует, мне вообще насрать, вот, глубоко, очень грубо, но правда. Вот. Простите, и прошу прощения всем за такую грубость, но когда вот люди просто уже переходят все границы от того, чтобы привлечь к себе внимание, на таких я внимания не обращаю. Кто ведет страничку Лео? Я знаю, кто ведет страничку Лео. Как у вас красиво там. Да, здесь очень красиво, да. Я жду, когда начнут показывать... ну вот Пекин показывают. Я хочу, чтобы они начали показывать вот именно Гуанчжоу. Вот, Great Wall показывают вот эту вот китайскую стену. Угу. Это история про Пекин. Я хочу вот именно про Гуанчжоу. В Монголию когда? Я перед их Новым годом, прям перед монгольским Новым годом. У них по своему календарю, у них какая-то по-другому Новый год. Страницу Лео ведет Дарина. А кто такая Дарина? Нет, страницу Лео Дарина вести не может. Скоро совсем, скоро всем все будет ясно. Скоро, очень скоро. Вот. Ты великую китайскую стену видел. Ну, если, конечно же, если я жила в Пекине, это ж рядом совсем. Я даже на лошадях там каталась рядом, поднималась туда. Да. Сагансар называется, значит, белый месяц. Так интересно, я не знала, вы представляете, я в Шэньчжэне на выставке познакомилась с двумя девушками. Одна женщина такая взрослая, другая девушка. Она оказалась владелицей очень многих разных там торговых центров. Она строит, прям застраивает торговыми центрами Монголию. А вот, пятую она уже строит. Ну, она дала там обложку, эти самые... вот, ну и мы с ними поужинали вместе, и они сказали, как вот они должны мне написать перед китайским Новым годом, у них должна быть обязательно выставка Кашемира, а вот, я обязательно поеду, обязательно. Ой, прет-о-партер! Вот научите меня, пожалуйста. Вот внизу посмотрите, у меня правильно написано. А вот имя не было, занято было, понимаете? Ну не получается все назвать так, как мы хотим. А вот. Ну зачем вы так вот прям вот лишь бы сделать замечание? Я сегодня уже это объявила, что не было занято это имя, но я внизу написала просто партер. Не было это имя было занято. Я прекрасно знаю, как пишется прет-а-портер. Прет-а-портер. Сзади вид красивый.
переводится. Вот людям. Можно сделать перечеркивание. Подчеркивание. Можно сделать подчеркивание. Я не хотела имя с подчеркиваниями. Такие имена очень сложнее, оказывается, найти. Мне посоветовали сделать имя без подчеркивания. Какая Бетти красивая. Беттичка красавица моя любимая. Вы все время живете в Китае? Ну, большую часть моего времени я провожу здесь. Наверное, уже живу, не знаю. Я думаю, что я живу в России. Но так получается, что нахожусь я тут больше времени. Марина Тристановна, вы снимаете там жилье? Да, я снимаю здесь жилье. Я живу в столице Монголии. Рада буду с вами встретиться. О, круто, супер, супер, супер. Я вам обязательно пишу. Очень, кстати, на вас похоже. Беточка моя, да ты ж моя радость. Да, ты ж... да, у нее есть вот здесь вот зазоренько в зубах. Вот здесь. У меня тоже так же было в детстве. У меня было зазоренько. Так. Я занимаюсь, кем вы работаете? Я занимаюсь байерством и дропшиппинг. Это отправки и как байер. Работаю. Приветики, приветики. Так и не дождалась я, конечно, показа Гуанчжоу. Так хочется вам показать Гуанчжоу, вот прям, чтобы вот жду. Вот когда я пришла, она как раз именно эти титры шли. А сейчас вот все другое все. У кого такие зубки зазоренькой, те считаются, люди так говорят в народе. А, счастливые люди так говорят в народе. Может быть. Может быть. Как про Беточку речь идет, то Мариночка сразу вся в улыбке. Столько любви. Да, у меня к Беточке много любви. Моя чучундра. Моя чучундрушка. Я ее очень люблю. Я у парикмахера. Обсуждаем, как на Новый год дому сделать. Парикмахер дома. Я понимаю, если бы ты была у кого-нибудь, у какого-нибудь шефа. Чиф. Повара какого-нибудь. А то парикмахерская. Здорово. Мой любимый парфюм, я часто писала, всегда говорю. Я, конечно, люблю всякие селективные дорогие коллекции, но вообще обожаю Burberry Body. Вот, обожаю. Вот это вот, которая в длинной вот такой вот стекляшке. Просто это моя любимая, как бы, мой любимый запах. И Dior Deodor, именно, вот, именно духи, не парфюм. Зазор в зубах говорит о том, что человек врунишка. Вы знаете, у моего бывшего мужа тоже зазор в зубе, зазорик. Вот такая нелепость. У него тоже зазор в зубах. Его соврать никогда не заставишь. Вот он будет говорить до последнего правду. Не, это не правда. Это вообще, вот вообще ерунда такая. А в Монголии что планируете делать, когда? Тогда и Пугачева Алла врунишка. Вот как раз нет. Вот вообще она тоже не врунишка, это видно сразу.
У Валеры тоже зубы такие. Ой, не помню, не заметила его зубы. Да, есть прям ваши четкие черты лица. Ну ладно. Спасибо за ответ. Патчами пользуешься? Если да, то как тебе? Мне что-то не помогает. Ну, они сказать, что не помогают и что-то вот что-то меняют, нет. Но они останавливают, они увлажняют и останавливают процесс. То есть я все равно пользуюсь, веря в то, что они не дадут какой-то вот моментальный результат, но они остановят процесс старения. И вот я думаю так все-таки. Марина, часто слышим преображение в адрес простых рабочих. Откуда это? Марина, часто слышим пренебрежение в адрес простых рабочих. Откуда это? Я даже не замечала, если честно. Очки прикольные. Представьте, я даже не замечала. Вот пример приведите, что я сказала прям. Не понимаю. Очки новенькие, клевые. Нет, это не новенькие очки, это мои старенькие. Красивая женщина. Спасибо вам. Вы такая хорошая, обычная женщина. Вы такая хорошая, обычная женщина. Редакция Стома 2. Многие даже не отвечают на вопросы. Ой. То ли у меня плохая связь, то ли что-то случилось. То ли народ сбежал у меня. О, показывает Гуанчжоу именно. Сейчас. Ну вот, что-то не так, как. Вот. Ну, это уже я пропустила. Всю интересную часть я пропустила. Это стройки. Вот как они строят. Вот. Самую интересную часть пропустила, к сожалению. Самые сливки, самую красоту. Ладно, это неинтересно. Так. Хочется к вам. Приезжайте. Так, в сауну любите ходить? Обожаю сауны. Здесь сауны не так, как, не знаю, люди некоторые представляют. Здесь очень приличные сауны для нормальных, обычных, нормальных людей. Сегодня чудные эфиры, антиков нет. Нет, я не блокировала вот это, кто она, вот которая девушка-то мне вообще всякие гадости пишет, я ее не блокировала. А вот, знаете, я решила поиздеваться над ними, пусть ну лопнут, пусть, это ж сколько гадостей у них на душе, что так пишут, это ж как им плохо от меня, то пускай им будет плохо, господи, зачем их лишать этого прекрасного чувства для них, они же от этого кайфуют. Пусть вот живут в этом кайфе. У каждого кайф свой. Связь хорошая. Слышала, что Маша Кахно посты поддержала Человек года в конкурсе май. А, не Марину Африку, странно. Ну, как бы хорошо я к Марине не относилась, честно скажу, но они уже выиграли в прошлом году, это же пара.
Ну сколько, все квартиры, что ли, им? Как один раз было награждение, всякими Оскарами награждали всяких, ну, и фильмы, и певцов, и какой-то парень получил несколько наград. И за лучший голос получил, и за, я не знаю, ну, в общем, Грэмми получил, ну, много-много-много чего ему дали. И он сказал, и когда уже дали ему седьмую, он сказал: жаль, что не все достались мне, говорит, и там вообще народ взорвался, это было так смешно. Люди, все так удивлялись, вау, опять ему, потом еще кому-то, потом опять ему, и в конце он сказал: эх, жаль, что не все достались, говорит, мне. Так и Марине. Ну, один раз уже, в прошлом году же они выиграли квартиру. Ну, куда еще им? Почему китайцы строят пустые города? Потому что их очень много, им нужны. Им нужны. Видите, как они? Ой, нет. Вот она, стройка идет у них. Они так быстро строят, если честно. Вот, очень быстро. У них есть спрос, у них внутренний рынок бешеный, прям бешеный. У них сколько ни строй, все равно все продается, потому что их много. Маша Кахно сегодня выставила пост с поддержкой Марины. Вот я, вот Маша, и мне ее жалко, на самом деле, сейчас начнут ее тюркать. Она и с Мариной дружит, и с Майей дружит. Вот как ей выбрать? Ей вообще надо было сейчас держать нейтральную, потому что, ну, они обе ей подружки, понимаешь? Ты с поездками своими определилась. Я очень завишу от татиных решений всегда и всю жизнь, поэтому пока еще нет. Возьмите в эфир. Ну, давайте, сделайте запрос, я вас возьму в эфир. Марина выиграет и квартиру, и машину. Это уже известно. Ну, может быть, посмотрим. Вы поедете в компанию Пану? В какую компанию? Скорее бы уже ЧГ пришел в дом 2, а то они там все уже передерутся. Людмила, точно, мне Кахно нравится, хорошая девушка. Я очень хорошо к Кахно отношусь. Вот, она, ну, все мы не безгрешны, у всех у нас есть за спиной свои ошибки, это не от умения жизни, не от знания жизни. Каждый из нас совершал ошибку. И те люди, которые так яро осуждают других людей, это страшнейшие люди, это ужасные люди. У каждого человека свой, от непонимания жизни, у каждого из нас есть какие-то жизненные неправильные поступки, слова, еще что-то, но это не значит, что людей надо вот так вот прям, как, вот так, до такой степени, вот я конкретно вот такому человеку я так отношусь, и я такой молодец. Да тупой ты человек, да никакой ты не молодец, а я такая вот вся вот такая вот, только я знаю, как себя вести. Это тоже перебор, и это тоже, я вам скажу, не от большого ума. Не от большого ума. А мне Марина нравится, она очень скользкая, тихая, а в тихом болоте. Не такая Марина, она вот как раз скользкая, это не про Марину. Скользкая не про Марину. Марина тактичная и боится людей обижать. И долго-долго держит в себе. Держит, копит, а потом просто выливается у нее так. Но я не могу сказать плохо про Марину, не могу. Ребят, ну я ее знаю очень хорошо. Я знаю ее лучше вас. Вот скользкость, это когда размазывают, когда ты не понимаешь, что у нее. Вот
Она нет, она не скользкая, она просто обидчивая. И она вовремя на место людей боится ставить. Этим люди начинают пользоваться, а потом у нее вырывается, это выливается вот так вот. Марина, вы не отвечаете про тайских мишек, вы их пили. Я пила их, и однозначно от них есть результат. Но я их не пью сейчас. Когда-то пила, да. Так, Марина. Ола, да-да-да, вы правы. Скользкая Майя. Привет. Да, к Марине это слово не подходит 100%. Марине это слово вообще неприменимо, скользкость. Да, Марина дипломат скорее, но каждому терпению конец приходит. Однозначно, однозначно. А Артема уже рекламирует мишек и говорит, что можно при грудном вскармливании. Вот же за деньги мать продадут. Привет из Чечни, привет. В каком вы сейчас весе? Очень хорошо похудели. Нет, я не сильно похудела. Я была 87. Вот, я была 87. Потом я дошла до 80. Когда я вот соблюдала вот этот вот 18 часов не ела и ела тут 6 часов, я 7 килограмм реально скинула. А потом вот сейчас я даже не взвешивалась, но я поправилась килограммом на 3. Уверена, что я где-то сейчас 83-84 где-то. И Рапунцель скользкая на 100%. Рапунцель очень скользкая. Да. Куда бы ты поехала, не раздумывая отдохнуть? Вот в данный момент, не раздумывая, поехала бы на Мальдивы. Когда-то я там была, и мне было очень скучно. Вот, мне не хватало общения. Вот, сейчас бы поехала с удовольствием. И вообще бы не разговаривала, вообще даже телефон бы не брала. Даже просто отключилась бы от мира на где-то дней на 15. Я вас уважаю за то, что вы не смотря и на что хорошо говорите про Марину. Нет, я говорю правду, как есть. Я правду говорю. Марина, если поддерживает мать, значит, она согласна с ней. Ну, тут, ну, куда ей деваться, ну, мать поддерживать? Ну, как, она понимает, Марина прекрасно понимает, что, ну, очень плохо себя ведет мама. Она это знает. Она мне несколько раз, много раз жаловалась. Вот. Она сама была жертвой этого поведения как-то. Но они как-то уладили между собой, и Марина ее знает. А что мне Марине с ней сделать? Вот что? Марина ничего не сможет ей сделать. Кто-то у вас немного эгоистичная. Она не считается вашими интересами. Есть такое, есть такое, не буду скрывать, да. Так, мать есть мать, какая бы ни была, это точно, да. Здрасте, вы шикарная женщина. Нет попыток поменять цвет волос? Нет, не хочу. Мне очень нравится мой цвет. Мне очень нравится мой темный цвет. Я много раз пыталась перекраситься в светлый. Вот максимум, что я могу экспериментировать, это медно-рыжий. Медно-рыжий мне хорошо. Вот светлее уже все. Это не мое, это не я. А дети не отвечают за родителей. Марина уважает маму, в отличие от таты. Ну, как сказать, Марина тоже очень обижается на маму.
Просто Марина другого склада характера человек. А вот тата другая, да. Ну, у таты все еще придет, я думаю. У всех по-разному все. Ладно, пойду я. Так. Потому что я стою внизу. Я думаю, что у меня интернет не очень хороший. Если я поднимусь сейчас наверх, у меня интернет изменится. Получше интернет. Если бы было возможно, чтобы сказала перед Новым годом своим доброжелателям. Если бы была возможность, то вот такая возможность у меня будет перед Новым годом. Что бы я сказала? Чтобы они стали добрее. Вот. Те, которые злые. Чтобы у них жизнь так повернулась в хорошую сторону. Ой, какая красота, посмотрите. Чтобы у них жизнь так повернулась, что они от счастья сияли, чтобы вот это вот не находились в... Чтобы они не находились в агонии, в такой, что другим людям приходится писать такие гадости. Это же агония, это же человек в агонии находится. Ты кто? Человек... Не имеет права никого осуждать, никакие ничьи действия. Каждый человек исходит из своего, от своего знания, от своего умозаключения. В конце концов у человека свой мотив. Может, в этот момент она плохо сделает, но она знает, для чего она так делает. Но ты этого не понимаешь. Не для твоего это понятие. Зачем тебе это осуждать и обсуждать, и тем более обсирать, извини за выражение. Марина зависит от мамы, даже находясь на доме 2. Зависит Марина, нет, Марина не зависит ни от кого. Просто она, ну, она советы наверняка берет у мамы, конечно. Боже, как мне эта красота нравится, прям очень, очень нравится. Нечто, прям нечто. Вот, ну, хочется жить. Смотришь на эту красоту и хочется жить. Как красиво там у вас, все светится, просто настроение поднимает, находясь там. Да, однозначно вы правы. А как круто в Пекине, а как шикарно было, вот в Шэньчжэнь ездила недавно. Ой, как там красиво. А, кстати, послезавтра я улетаю в Шанхай, вот, в город Иву. Я вот должна была улететь 3 дня назад. Я немножко приболела и решила не поехать, потому что, ну, сил не было совсем. А вот. Послезавтра уже решила улететь. Там тоже очень красиво. Так, мама подбрасывает тем для обсуждения. Нет, там Рома настолько личность, я бы сказала, очень сильный. И Марина там без мамы обойдется, потому что Рома там далеко не молчун.
пределы долгие между городами. Ну, до Шэньчжэня на скором поезде, которое идет в час 370 километров, до Шэньчжэня еду час. Вот. На таком скором поезде. Марина, выставляйте, пожалуйста, платье впереди Новый год и 8 марта. Нету! Нету! Я такого еще не видела. Я же только стогами занимаюсь. Я занимаюсь очень качественными, хорошими. В хорошем качестве нету. А что попало, я не могу выставлять. Что есть в хорошем качестве, то и выставляю. Есть в шикарном качестве сейчас сумки, спортивная одежда, какое хочешь. Такая изобилие спортивной одежды. Шикарные пуховики. Обалденная обувь. Нету платьев. Я специально поехала в Шэньчжэнь. Я прошерстила все. Ни у кого нету платьев. Именно в стоге нету. Именно вот тех качественных, которые в бутиках висят. Мне же я все такое продаю. Вот, и все, поэтому и не выставляю, к сожалению, моему большому. Я знаю, что сейчас самый ярый сезон, и не могу найти в хорошем качестве платье. Вот именно стильных, хороших. Что-то вот все в спорте. Спорт, все повседневка. Боже, как здесь пахнет в Кайлевен, как здесь... Вот, в Шангри-Ле есть своеобразный запах. Их запах, и все знают про этот запах. А вот у Кайлевен свой запах. У них просто... Вот немножко с ванилином, немножко даже отдает этот запах. Даже с моим... У меня отек слизистой, и то я чувствую этот запах. Не ты, это Тиана. Наблюдаю за эфиром Виктории Бонни, какая она молодец, согласны? Знаете, не наблюдала никогда, понаблюдаю за ней, не знаю про нее ничего. Не знаю. Очень редко. Вот выставляете что-то не люкс в качестве, но вам понравился фасон, что-то в тренде. Редко. Очень редко. Ну, прям вот очень редко. Практически нет. Нет, чем да. Потому что, ну, может быть, вот одна модель. Это отдельная тема. Это вообще отдельная работа. Это вообще не касается к тому, чем я занимаюсь. Для этого надо отдельную страницу создавать. Для этого надо вообще отдельные фабрики находить. Это же такая работа, это колоссальная работа. А вот, это ж, а мне настолько уже, чтобы разорваться на все, мне не хватает ни времени, ни сил. Я же ж старушка. Понимаете? Киллиан, тебе линия нравится духов? Ну вот, я не покупала, тата покупает, часто покупает всяких разных, вот это со змеей, которая. Ну, не знаю. Так, не туда я поехала. Слышь, старушка она.
Вам надо за четвертом моду идти к Васильеву, какая с вас старушка. Да. Ты в торговом центре? Да, я нахожусь сейчас в торговом центре K11. И я ищу, тут есть один отдел, продают кокосы. Я хочу купить кокос. Я спустилась в фудкорт. Найду сейчас этот кокосовый отдел и куплю себе кокосик. О, нашла свой кокосовый отдел. Называется «Базар». Кокосы закончились, как жаль, кокосы закончились. Жалко как. Нету кокосов. Прям так хотела кокос. Даже специально вышла здесь, чтобы попить кокосик. Но, увы. Сейчас поищу, конечно, еще. Не, булочку не буду. Ну ладно, попью Эвиан, если что, я куплю воду Эвиан. Тоже хорошая вода. Вот она есть здесь. Люблю эту водичку. Так, так, так. Президент Чеддер. Как не сплетничаем, так вопросов меньше. Ну что? Да, это точно. Ну что-то тогда другое тогда надо попить. Ну я попью Эвиан. Хорошая, полезная вода. Душа очень дика. Люкай ума. Ой, я думаю, ой, ой, очень дальше. Где-то были. О, есть, нашла. Нужно наличные, чтобы не это самое. Я тадама, один день тадаема. Я один день тадама. Тадаема. Тада, что там? Да. Я тут пойду на либо. Не, у меня о, джингл бэнс, джингл бэнс. А где та-то красотка? Моя Тристанна, здрасте, что так редко выходите в эфир? Ну, не знаю, не знаю. Когда некогда, некогда, вот не выхожу. Болела еще, немножечко приболела. А когда вот сопли, слюни, не люблю выходить в эфир. А сколько водичка стоит на наши?
6 юаней, это получается 6,5 юаней, это 65 рублей на наши. 65. Кто снимал тот ролик, в котором вы танцевали в номере гостиницы? Ой, даже не знаю. Это когда, где? С кем я там? Когда мы баловались с Белкиными или вот... Будьте здоровыми, не болейте. Не болейте. Спасибо вам большое, вы тоже. Слухай, я эту Леру посмотрела. А, вот про Леру я говорила, да, Лера, которая вот так вот плохо про меня там писала. Я ее не удаляла, что-то она куда-то исчезла. Так, сейчас мне надо найти Дитьен. Где мой Дитьен, даже не знаю. Ты бы читатель ее Дитьен, ма? Я бы жила, ма. Ее читатель Дитьен, ма? Ее Дитьен, ма? Дитьен. А, дуэ, это мы зол. На бен зол, шо ба? Дунгон там ся ми. Шо ба, хао, си си. Эту Леру ты посмотрела про, ты про кого? Как она, как яблоко, а, так она как яблоко снаружи. А внутри гнилое. Я даже не посмотрела, мне даже не интересно. Абсолютно. Абсолютно. Мне интересно. Как диета, соблюдаете? Что-то не получается, не знаю, вот как. Как-то не получается. Сорвалась. Марина, это правда, вы были в эфире у Ольги? А кто такая Ольга? Так, кто-то спрашивает, вы же замужем, вы мне мужа хотите предложить? У вас есть... Так, ты... Ужинала уже сегодня. Да, я решила поужинать, ну, примерно в 6. И больше есть не буду, конечно. Ну, и когда получается, когда не получается, как-то вот так вот. Вот сегодня я решила... Но я сегодня поужинала неправильно. Я должна была есть только овощи, а я немножечко риса съела. Ну, немного, прям очень мало, но все равно. Не пробовали диету Ирины Александровны? Я даже не знаю, какая диета у нее. Мне вот нравится, мне подходит диета та, на которой я сидела, это прекрасная диета. Просто ее надо соблюдать. Вот. Китаец, русский канал ТВ.
Ну, вот нам нужно устанавливать спутниковые... Делаешь спутниковую тарелку и устанавливаешь любые каналы. Это не проблема. Это не проблема. Вот в этом доме Джуме.